Жизнь пенсионерки Галины Симаковой давно напоминает криминальный роман. Женщина боится открывать дверь врачам и почтальонам, никому не верит и от всех ждет подвоха. У нее для этого есть основания. Весной этого года человек под видом соцработника забрал у Симаковой документы на квартиру, сказав, что в руках специалиста они будут в безопасности. Забрала у меня свидетельство и пришла: 8 марта поедешь ко мне жить. Михалыч, что не жилец, зачем ты деньги тратишь на него, да, это, дорогие лекарства покупаешь? Пенсионерка испугалась за свое здоровье и даже жизнь. Подумала, что ради квартиры черные риэлторы способны на все. Женщине начали поступать звонки с настойчивыми просьбами оформить бумаги о передаче собственности. Подобные случаи в микрорайоне уже были. На участке вот этой Минеевой есть мужчина. Я написала вышестоящую вот туда, им на главпочтамт и выше. Вот. Никуда, они сами почтальоны, никуда ничего не... В общем, все тихо. Значит, она вот ко мне приходила и говорит: я иду к нему сейчас, вот в праздники навещаю, он один. Я звонила везде, просила фамилию на участке Минеевой. Может быть, она еще не успела это дело с ним сотворить. Без подписи и личного участия сделка передачи собственности состояться не может, успокаивает женщину депутат Алексей Масленкин. По мнению коммуниста, налицо афера, в которой необходимо разобраться. Пенсионерке Масленкин поясняет вечную истину. Необходимо осторожнее вести себя и незнакомых людей в квартиру не пускать. Существует у каждого соцработника официально устроенного, существуют документы, которые можно спросить. Ведь мы же спрашиваем, скажем, у официальных лиц какие-то документы. То есть можно и у нее спросить, убедиться, что это именно тот соцработник. Пенсионерка Симакова постоянно ждет, что ее с больным мужем выселят из квартиры. Сама женщина написала письма и обращения уже во все инстанции, но не получила даже сочувствия. Везде стала звонить, туда вышестоящие, а вышестоящие везде... Ну разве будут они на свою эту... Конечно, они никаких фактов не допускают таких. Это такое же, это же уголовное дело. Депутат Масленкин пообещал пенсионерке обратиться в соцслужбу и узнать, числится ли у них сотрудник с таким именем и не было ли случаев аналогичного мошенничества. Пенсионерка надеется, что после выхода в эфир сюжета по телевидению злоумышленники оставят ее в покое. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.